В главном здании музея-заповедника Горки Ленинский проходит выставка «История Русской Православной Церкви в 20 веке». Прошлое столетие оказалось одним из самых тяжелых для православных верующих. После падения самодержавия и прихода к власти большевиков на церковь начались гонения. Антирелигиозная пропаганда, преследование священнослужителей, уничтожение храмов. И только во времена перестройки, в середине 80-х годов, произошло открытое возрождение православия. Выставка рассказывает о том, что даже после революции церковь не остановилась, церковь не умерла, а церковь жила. И в тяжелые годы революции рассказывает о выборе патриарха. Модульная выставка представляет собой 6 тематических блоков, каждый из которых сопровождается текстом и иллюстрациями. Музей Ленина в Горках уже смело можно назвать одним из культурных центров Ленинского района. Пространство культуры, пространство истории, оно всегда едино. И история Русской Православной Церкви, она всегда была частью российской истории. И всегда Русская Православная Церковь шла тем же путем, как и российская история. Поэтому мы считаем, что именно эта выставка, именно сейчас, именно здесь, она себе вполне закономерна. Совсем недавно в поселке Горки Ленинские произошло важное для всех православных верующих событие. Был построен храм первосвятителей московских. В январе этого года состоялось освящение крестов и установка куполов. При храме существует церковный хор, который принимал участие в открытии выставки. Наш хор состоит из жителей поселка. Никто не знает музыкальной грамоты, но все поют сердцем. Мы строим наш храм, вот батюшка строит храм, 5 лет. И поэтому 5 лет тренируемся как можем. Многие из прихожан храма посетили открывшуюся выставку. Все отметили уникальность экспозиции и говорили о ее актуальности. Мы являемся такими живыми свидетелями того, что происходит сейчас. Это возрождение и традиций христианских, и возрождение народа. Хотя, конечно, очень трудный процесс, непростой процесс. Выставка продлится до 17 марта и будет интересна как детям, так и взрослым. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. У нас в гостях заместитель директора музея-заповедника Горки Ленинские по научной работе Борис Власов. Борис Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Довольно символично, что православная выставка открылась в таком месте, как музей Ленина. Тем более, что в этом году столетие революции. Расскажите, что к этому событию будет, какие мероприятия будут проходить в музее? Ну, безусловно, то, что 17-й год для нас очень знаковое событие, именно как год столетия Великой Русской революции. И поэтому деятельность музея-заповедника, его выставки, его проекты так или иначе будут практически все, по большей части, привязаны к этой дате. Ну, как вы, видно, это вы знаете, мы уже начали свою выставочную деятельность в этом году. У нас сейчас проходит интересная выставка, посвященная агитационному фарфору революционного времени. Выставка, посвященная тому, как лечили Владимира Ильича, тоже малоизвестные факты там находятся. А из того, что будет в ближайшее время, я бы хотел отметить прежде всего выставку с рабочим названием «Как Россия 8-2». Эта выставка будет посвящена плану ГЭУРО, плану электрификации России. Для нас она интересна тем, что в рамках этой выставки, в сотрудничестве с Музеем современной политической истории, мы покажем на нашей территории подлинный кабинет Глеба Крыжановского, одного из основателей этого плана ГЭУРО и его духовного вдохновителя. Другой не менее интересный, но, может быть, в чем-то более спорный выставку мы видим. Тоже в апреле должна у нас открыться выставка «Купечество и революция». Там немножко другой подход. Как вы понимаете, купечество как класс, как образ жизни, как стиль после 17-го года исчез. И фактически это история про социальный перелом, про гибель целого мира. И вот мы хотим показать купечество, то, каким оно было, как оно работало, как оно трудилось, и, не скрывая сложности, показать, во что этот социальный слой трансформировался после октября. А на какую аудиторию рассчитаны эти выставки? Вообще мы видим самую широкую аудиторию для этих выставок. Особо я ответил бы, конечно, хотелось там увидеть школьников и молодежь, потому что все-таки многие вещи им не знакомы. Я понимаю, что очень много всего интересного.
Кроме выставок и прочих мероприятий, связанных со столетием революции, какие еще запланированы в этом году? Ну, значит, есть одно мероприятие, оно частично связано с революцией, частично это уже как бы становится серийным мероприятием. В августе прошлого года впервые мы попробовали на нашей территории провести реконструкцию эпизода гражданской войны. В этом году эта традиция будет продолжена, и на третьих выходных августа мы планируем столь же масштабную реконструкцию одного из эпизодов гражданской войны с участием представителей военно-исторического общества, с участием представителей организации «Щит и меч», московских военно-исторических клубов. Ну, пока, вероятно, будем реконструировать события мая 19 года на юге России. А что, кроме революционной тематики, могут увидеть жители Ленинского района и гости музея? Спасибо за вопрос, потому что действительно у нас запланировано два достаточно мощных культурных события. Во-первых, на нашей территории уже летом будет проходить выставка Гои под названием «Тавромахия». Это афорты Гои из собрания Музея политической истории, посвященной проблеме корриды. Ну, это такое, знаете, событие общероссийского масштаба. И также хочу отметить, что в августе-сентябре у нас будет открываться выставка из собрания музея «Бородинская панорама», посвященная творчеству Франца Рубо. То есть жители Ленинского района смогут увидеть Рубо очень разного. Мы привыкли его видеть только как крупного баталиста диорам и панорам. Здесь мы увидим его и как художника, да, действительно, батальных сцен, но и как художника, рисующего природу, рисующего какие-то бытовые зарисовки. Ну и не только живопись, но и графику, и другие его интересные работы. Действительно, горки Ленинские становятся настоящим центром культуры Ленинского района. А я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель директора музея-заповедника горки Ленинские по научной работе Борис Власов.